вот такой интересный проект. Toyota вездеход, мы его называем, Т-78. Часть работ произвели в каком-то другом сервисе, а более сложные работы пригнали делать нам. Вот сейчас адаптируем пороги по бокам. Пороги еще сзади будут установлены вот такие. Ставим систему кругового обзора, меняем руль, ставим мультимедийную систему вот сюда. Ну и постепенно вам все расскажем, что именно делаем для того, чтобы этот автомобиль был готов к мощным путешествиям. Подняли наверх для того, чтобы установить автоматически выезжающие электропороги. Смотрите, какой большой вылет. Специальные пороги, которые созданы для таких больших джипов. Адаптируем именно под этот автомобиль. Все работы снаружи с этим автомобилем закончили. Теперь переходим к работам внутри салона. Будем ставить и уже ставим новые сиденья, откидывающиеся. И вот в это место будет установлен большой комфортный диван. Вот уже примеряем сиденья, которые наиболее подходящие именно к этому автомобилю. Будем пробовать ставить вот такой диван, который уже готовый, потому что он максимально подходит под требования заказчика. И потихонечку переместили автомобиль так, чтобы можно было туда его заносить для тестирования. Пока суть до дела, специалисты уже установили тепловизионную камеру. Вот она на самом верху, посередине. Вот она. В итоге все сделали. Посмотрите, как оно теперь работает. Заезжает с кнопки и выезжает с кнопки. Красота. Для Toyota Т-78 подготавливаем задние сиденья, которые будут полностью раскладываться в огромную кровать. Для того, чтобы пол был ровный, гладкий, мы уложили специальный материал, который влагонепроницаемый, и полностью загерметизировали по всему периметру.